Я купила в Вине много игрушек. Да я достать хочу. Но ничего, милее вот этой ниточки для него нету. Бесплатной ниточки, которую он отодрал от ковра. Я ему купила 3 шарика. Но играет он вот только с этой штукой. Он прям за нее убить готов. Меня даже. А что? Не брать. А, так щипнул. А эта штука, которую я делаю, это кашпо. Ну, это известное кашпо, на которое я снимала мастер-класс, как делать такой кашпо. Вот, я делаю заготовки к 14-му, заготовки к 8-му. Вот, сейчас мне нужно будет поехать и найти клей, потому что у меня закончился клей. Обои. В общем, нужно работать. Не надо, не надо. Он так грустит всегда, когда я ухожу, будто что-то понимает. Я снова иду к метро лесом. На улице просто офигенная погода. Вот я иду в юбке, и мне тепло. Ну, зимней, правда, но тем не менее очень хорошая погода. Сейчас я отправляюсь в центр. Хочу показать вам памятник собаке в центре города. Я его видела и хочу сегодня... Надеюсь, засветло приеду, но в любом случае дойду до этого места и сниму вам памятник собаке. Очень уж он мне понравился. И вообще идея эта мне понравилась. Вот. А это Девяткино. Метро Девяткино. Вот я подхожу к нему сейчас. Конечно, все 100 оттенков серого. Ну что, друзья, мы сейчас как раз с вами подходим к тому самому памятнику Гаврюши. На самом деле на улице уже достаточно поздно, темно. Я подкрутила настройки камеры. Вот этот памятник. Раньше он располагался, по-моему, на Садовой. Ему уже почти 20 лет. И есть такая легенда, что он исполняет желания. И даже раньше возле него был какой-то почтовый ящик. Сейчас добрую собаку Гаврюшу перенесли на улицу Правды 13, и она находится рядом с университетом кино и телевидения. Вот так она выглядит. Она, правда, очень миленькая. А поскольку сейчас рядом с ней нет никакого почтового ящика, то ей нужно шептать свои желания на ушко, и она обязательно их, по легенде, исполнит. Я не буду этого делать, но про себя загадаю. Всем огромный привет! Я не могу не запечатлеть этот исторический момент, потому что я не знаю, у всех так или только у меня так, но я, короче, работала 6 дней подряд. 6 дней подряд, включая 14 февраля, то есть с 13 числа. И где-то после 3-го дня работы я уже начала мечтать о том, как я приеду домой и буду спать просто. Лягу спать сразу же, вот прям буквально... Разуюсь, разденусь и сразу же лягу спать, потому что я устала. Вот он, этот день пришел. Я приехала домой. Мне завтра не на работу. И я хочу очень спать лечь. Хотя, как вы думаете, что я делаю? Я наливаю кофе. Кофе, чтобы не уснуть просто. Ничего поделать не могу, я хочу пожить еще в этом дне немного, я не хочу ложиться спать сразу же. Всем огромный привет! Ну что, я обещала после 8 марта начать активно снимать видео, ну куда же без Вини, ну как же без Вини-то, ну конечно. Да, я снимаю, как и сказала, держу свое слово. В общем, мне нужно делать сегодня букет свадебный. Винюш, ну пожалуйста. Нужно делать свадебный букет, и у меня, знаете, такое, ну, мышление такое стереотипное, наверное, уже. Почему-то, в общем, я, когда мне говорят, что букет нужен недорогой, я сразу же говорю «хризантема».
есть вот этот стереотип, и я не могу его из своей головы убрать. Вот, если у вас есть какие-то, ну, свои варианты недорогих свадебных букетов, посоветуйте мне что-нибудь, пожалуйста. И помимо хризантемы я буду использовать вот такой вот красавчик голубой, оксипиталум, очень он мне нравится. Вот, чтобы разбавить, так скажем, хризантемную простоту, хотя он тоже достаточно простой, но цветок не дешевый. Как мне мои друзья-флористы из других городов написали, что где-то в Москве, в Москве он стоит там где-то 200 рублей, вот, в Челябинске, например, дешевле, вот, Галя, привет тебе, короче, вот, буду сейчас делать свадебный букет, и потом покажу вам обязательно, что же у меня получится, и поеду я его доставлять сегодня. А погода в городе такая, мягко сказать, говнястая, вот, но нужно будет ехать. Кому-то вообще жениться в такую погоду. Показываю вам то, что получилось, это как бы самый начальный вариант букета, скажем так, это просто собранные цветы без стафажа, я еще не подбила зеленью, не сделала драпировку, ничего, в общем, не доделала, но хочу показать вам вот такой букет. Это букет на своих ногах, как вы видите, не на порте, но форма, в принципе, удалась практически, вот. И все-таки классно, да, и даже получается из хризантем, достаточно простых цветов, можно сделать прикольный букетик, если добавить в них что-нибудь эдакая, типа вот оксипиталума. Я вчера, кстати, в Инстаграм написала или сказала, что это оксипилатум. Мне друг мой из Москвы пишет, что «Эй, Чукча, ты чё?» Вот, короче, да, оксипиталум это правильно называется. И есть еще какое-то название, я его не помню. Ну что, вот и сам букет. Хризантемы, оксипиталум, зелень, пистация и лента. Лента белая, лента голубоватая и кружево голубоватое. Кстати, вот это кружево и вот эта вот лента, это еще моей мамы. Она у меня в свое время, когда она была еще младше меня, занималась шитьем. И вот это с тех лет у нее остались всякие ниточки, кружева. И она их хранила, не знаю зачем, но вот они и пригодились. Я их забрала с собой из Самары, сюда привезла и с удовольствием использую в оформлении свадебных букетов. Вот такие вот получаются драпировки с очень многолетней историей у моих невест. Уже вечер. Я сейчас повезу букет на доставку. Вот. Хочу я почему-то повезти его в воде. Главное идти нормально, а не как обычно, чтобы не расплескалась вода, потому что ребята, жених с невестой, они живут где-то в области далеко, и поэтому нужно нормально его так напитать. Несмотря на то, что это хризантемы, я волнуюсь и переживаю. Хочу, чтобы все было хорошо. Поэтому повезу в банке. На улице, к счастью, хорошая погода, хорошая погода, для цветка хорошая погода, плюсовая температура, все тает, вот. Все, в общем, поехала я на доставку, я сегодня и флорист, и курьер. Вот так я придумала вести букет, сверху я сейчас его еще закрою от дождя. Неожиданно, конечно, но тут в Петербурге дождь идет. Всем привет еще раз, я уже приехала с доставки, уже достаточно много времени, и на улице было очень холодно, я так замерзла, и у меня почему-то иголки валяются на диване. Сейчас я сяду монтировать это видео, завтра мне на работу, очень рано вставать, и сейчас уже много времени, я сейчас попробую что-нибудь смонтировать, и, может быть, завтра уже выгружу. Огромное спасибо людям, которые мне написали, наругали меня даже немного в директе, в Инстаграм, потому что я ничего не снимаю, не выкладываю и подзабила на канал. Да. А, кстати говоря, сегодня вот 14 марта, и ровно 3 месяца назад я уехала из Самары. Так что сегодня такой квартал. Отсутствие меня в Самаре. Ну что ж, на этой чудесной ноте, радостной, я буду заканчивать видео. Спасибо вам, что досмотрели его до конца. Мне очень приятно. Спасибо всем за добрые слова.
и увидимся в следующем видео. Пока!